Красноярцы смогут вернуть деньги со счетов домов при банкротстве дочерних компаний жилфонда только в том случае, если заявятся в качестве кредиторов своих управляющих компаний. Об этом стало известно накануне на совещании рабочей группы в Горсовете. При этом вопрос, куда и как эти средства исчезли, до сих пор остается открытым. По словам юристов управляющих компаний, у них сейчас проводится аудит и прокурорская проверка. Результаты должны прояснить ситуацию. Напомню, деньги пропали после того, как в нескольких управляющих компаниях жилфонда началась процедура банкротства. Речь идет о сумме больше, чем в 500 000 000 рублей. По банкротным компаниям мы жителям говорим о том, что необходимо в кратчайшие сроки принять решение для того, чтобы успеть заявиться в реестр кредиторов, потому что там уже назначены конкурсные управляющие, и максимальный срок — это 2 месяца, когда мы можем подать обращение в суд о постановке в реестр.